Италии наступил долгожданный, может быть, даже немножко грустный для гостеболельщиков день, финал Turkish Masters. Они ждали его с сентября прошлого года. Напомним, что турниры переносили из-за пандемии и стихийных бедствий в Турции. А вот, наконец, он состоялся. Местная публика в восторге, отзывы только положительные. Перед финалом мы пообщались с местными болельщиками и узнали кого-нибудь поддерживать. Давайте послушаем. I support Jack, because obviously he's the most phenomenal player in the tournament. He plays the way you want to watch continuously. So he plays very well in the final. Also he played very well in last night against Sean Murphy. So I support him. That's why. Judd Trump, of course. I'm a fan of Judd Trump. He will win eventually. I support Judd Trump in the final because I watched more games of him, and I think he's more sympathetic to me, at least. Атмосфера на арене была очень позитивной и даже праздничной, на трибунах почти не было свободных мест. Во время перерывов между фреймами зрители не теряли времени даром и с удовольствием сделали фото на память. Те, кто не успел зайти в зал, оставались следить за матчем в холле у большого экрана. Изюминкой поединка, конечно же, стал максимум Джада Трампа. Многие болельщики увидели такое живьем в первый раз и спешили сфотографировать табло со счетом. Снимки мгновенно разлетелись по соцсетям. Позже триумфатора этого вечера ждала яркая церемония награждения и многочисленные интервью журналистам. I think for the first time I had sort of a bit of a lead winning 5-3, and then the first frame to go 6-3 was important, and then I felt really relaxed after that and just tried to enjoy myself as much as possible. А завершилось все автограф и фотосессии с фанатами. Очередь к чемпиону, к слову, собралась внушительная. Таким получился финальный день Turkish Masters. Тысячи болельщиков, побывавших на трибунах, еще миллион телезрителей, конечно же, будут вспоминать его с удовольствием и ждать в следующем году.